Хейл, гейс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию Соль и Святилище. Так, оказывается, что мне со мной было обнаружено, ну, в прошлой серии, да? Это, скорее всего, будет финальная локация, но это не точно. Поэтому мы можем, во-первых, и мы нам нужно, даже так сказать, прокачаться получше, чтобы я мог ваншотить. Как я понял, мне кукол ни хера здесь не найти. Не найти мне кукол, походу. Если они вообще в игре есть. Ой, ладно, буду фляги юзать. Пускай, да, я красный купил. Ну, сейчас будем с вами разбираться. У меня есть два прохода. По прямой, либо в пещеру. Пещера, замечу, скрыта. То есть, по сути, ее тут видеть вообще никто не должен. Пойдем наверх. Пещеру выше. У нас еще какая-то должна быть способность насчет красных вот этих стен. Я не понимаю, что она дает. Как она работает. Поэтому мы отправляемся сюда. Здесь нам только в основном с фонариком придется идти. Здесь у меня будет получаться на урон. 10 урона, окей. Мысли, чё ты потух? Пойдем эту локацию, короче, исследовать. А там уж посмотрим, куда нас это приведет. К хорошему, к плохому. Но я видел здесь мужичков фонарика. Вот эти мужички-фонарики. Которые тушат мой фонарь. Нихера себе. Нихера себе эта махина. С этой стороны такая же махина. Пугать зачем? Хорошо, мои атаки их топят. Это хорошо. На самом деле это хорошо. Во-вторых, я не знаю, куда я иду. Хорошими, я думаю, это меня точно никуда не приведет. Опа. Допустим. Святилище. Ладно. Допустим, я пойду в эту сторону. Но те будут снова, да, здесь? Я не удивлен. Вниз упаду, внизу я сдохну. Да, их бестепит мое оружие, это отличная вещь. Только там впереди будет враг очень жесткий. Я не знаю, как его убивать. В принципе, как вариант, я лучше использую фонарь сюда. И этим фонарем его грохну. Они тушат только факела. Блин, я же не знаю. Ладно. Так уж и быть, буду этим фонарем бить. Давай, вставай, вставай! Нифига, он мощный. Так, а можно отсюда выйти теперь? Можно. Тихо, пей, пей, пей. Хорошо, что он хотя бы одноразовый. Я надеюсь.
Я буду надеяться, что он одноразовый. Так, и все, да? Поэтому мы поднимаемся наверх. Купить фонарики, в принципе, я ни у кого не могу. То, что у меня кузнеца нет. И это плохо. Но. Я еще потом проверю, в ту сторону схожу. Если надо, я отправлюсь назад на локацию, чтобы... Так, все. Нужно... Чтобы купить больше фонарей, как раз у меня деньги есть. Так, да. Вот так, значит. Ладно, не страшно. Ты чё, больной? Ты что, сюда на своей лошади пришел? Капец, он больной. Не, я, конечно, все понимаю, чел. Что ты на коне? Ну фиг тебе. И к тебе. Я не хочу терять души. Так, там еще наверх как-то можно залезть. Повысить уровень, да? И если туда наверх можно как-то залезть, значит я залезу. Так, древо навыков. Так, ну у нас был с вами план, это прокачивать вот так. По линии идти. В принципе, здесь тоже можно пойти таким же способом, но мне придется магию вкачивать. Магия мне вообще как бы... Хотя через силу... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, десять, раз. Чё я... А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я лучше пойду через короткий путь, поэтому как-то так. Так, во-первых, здесь мне никак не подняться, значит, там можно спрыгнуть будет. Значит, тут можно спрыгнуть. Ага, да, здесь колокольчик возвращения, прикольно. Прикиньте, их купить можно. Так, сначала сбрасываем его со сканя. Как он меня бесит. Если бы вы знали, как меня бесит. Так, теперь. По сути, там, где у нас было святилище, там был проход. Там был проход. Куда-то вниз. Куда вниз? Непонятно было. Так, съезжаем. А ну, проверим. Что? Тот рыцарь был не на один раз? Ну нафиг. Я вас понял, до свидания. То, что он не на один раз, это плохо. Так. А как мне тогда его грохать?
Провиант, ладно, я здесь тогда сохранюсь. Жалко, что я здесь святилище сделать не могу или могу. Что, серьезно, могу использовать здесь? Я не хочу. Ладно. Ой, тихо. Дышу цепи. Так, это что-то новенькое, да? Так, это что такое? Какие-то крабы. Четыре удара. Ого, как мы умеем. Ничего себе. Да, я как... Действительно крабик. Они не защищаются. Так, каменный клирик. Так, допустим. Так, и призраки эти тоже... А, нет, это призраки далеко атакуют. Так, душка. Душка, соль. Чувствую, здесь должен быть босс. Довольно его скоро встретить должен. Надеюсь, мне чувство подводит. Ой. Не, ну наверх там залезть можно. Так, сейчас выпиваем экстус. Там что, серьезно, стенка? Прикольно. Тогда окей. И опять две развилки, да? Янтарная статуэтка. У меня их много. У меня уже янтарные в печенках сидят. А, уж сдохну я буду. Блин, я даже тогда этот не смогу. Придется там... Мне этот... Все-таки сферу взрывать. Так, я помню, здесь должны призраки. Зараза. Хера так пугать. Заперто. Вот. Не, я пнул, с меня что высасывает. Ключ от погреба. О, я понял. Кого он там защищал? Я их тоже вижу. Ну, я вижу. Защищал их недолго. Может, он их наоборот создавал? Ну, как вариант. Минус. Так, что у нас выходит? Тут прохода нету, да? Никуда. Ну, это бессмысленно туда идти. Во-первых, я могу пойти в Ковиант. Я так, скорее всего, и поступлю. Колокольчик. Не зря у меня их 50 штук. Так, поехали. Надеюсь, сработает. Ага. Не работает.
А что там, я уже не помню. О-о-о. Помнил. Теперь вспомнил. Так. Блин. Мне кажется, лучше, знаете, прежде чем куда-то идти, серьезно, подкачаться плюс заострить оружие. И полазить по старым локациям. То, что это не дело. Я просто сливаться не хочу. Плюс нужно тогда фонарей будет на все деньги закупить. Ладно, с катаной пока похожу. Главное, почему... С фонарем это не работает. С мечами работает, с фонарем не работает. Так, тогда что мы делаем? Первое, мне нужно того чела сбросить с коня. Начинается. И что тебе это даст, чел? Ударил ты меня и... Хотя нужно было этот попробовать, чтоб меня атаковал, а я заблокировал атаку. Ладно, на этих попытаюсь. Эй-эй-эй. О! Даже так. Ну, знаете, это лучше, чем получить. Хотя я получаю всего лишь половину от всего того урона, что я должен был получить полностью. Да, я думаю, мы справимся. Но боссов, я думаю, навряд ли мы будем бэкстепить. Да, я все-таки вернусь обратно. Оттуда, куда пришел. Так. Повысить уровень. Плюс у меня дохера сейчас своих денежек. Так, древо навыков. Так, где я видел еще хилку? Здесь, да? Протрыв, все-таки магию на раз вкачаем, так уж и быть. Стоять. А что это? А, это магия тоже. Вот, нет, вот это. Футляр для фиалов. Дополнительное зелье энергии. Seems good. Ты. Да, перемещаемся. Есть тут место перемещения у меня? Можно начать с плохого камианта. Кавианта, камианта. На берег пойти, что ли? А, разбойничий предел. Здорово, ребятки. Поехали. Меч, я как понял, я не улучшу. Я не понимаю, где эти фигурки взять. Купить, кто же бы хотел, но они не покупаются. Хорошо. Тогда ты. Поехали, продать предметы. Оружие. Кольца. Опа, повышает защиту против урона от света. Странно. Странное кольцо. Опа, все, я их вижу. Каменный маг у меня есть. Вот, где вот янтарная статуэтка, да, допустим, можно использовать для трансмутации. Это чтобы вернуть меч, типа, старый вид. Так, замерзшая кукла. Замерзшая кукла есть, а где утонувшая кукла? У меня 10 таких кукол. Они дешевые, по сути. Об этих я вообще молчу. Утонувший медальон. Утонувшие медальоны мне нужны для того, чтобы прокачать именно уже после третьего или второго уровня прокачки этого меча. Не понимаю. Так, ладно. Тяжелая броня. Ношение тяжелой брони. Чтоб не мешало нихера.
Короче, все... Вся одежда, которая мне нужна, на мне. Если надо, я... куплю, где-то выбью, найду. Так, отлично. Щиты. Заплетенный щит. По статам он проигрывает. Снова же. Осадный щит. Скоро 2 веса, это ж... Считай, я должен ходить голым. А, готово. Купить предметы. Покупаем на... Да до хера куплю. Жок. О, точно, у меня еще ускорение. Серьезно? Это максимум? Допустим. Так, исцеляет от отравления. Отравление меня много раз встречалось. Купить. Колокольчики. Факела, то эти дешевенькие. Довольно очень дешевые. Я могу этого купить. Блин, почему ты не продаешь хорошие ремесленные вещи? Челик. Сумка. Да, сумка тоже мне не нужна. Ладно, готово. Что ты мне можешь предложить? А, я могу молитвы выучить, но у меня... Так, ослабляет эффект ранений, восстанавливает здоровье. Знаешь, что выучить молитвы в принципе... Причем бы нет, но мне нужен класс молитв. Так. Вот так. Ослабляет эффект. На время усиливает защиту от физических атак. Если вера клирики сильно, так же... Это на клирика, я понял. Прикольно. Купить предметы. Обычная одежда. Кольцо вдвойне замедляет про... Готово, а ты мне так не хочешь никого давать, да, в напарниках? Ладно, давай магазин. Куплю 5 яиц, так уж и быть. Нанять могу с помощью яиц. Все с тобой ясно, приятель. Берем яички. Использовать. А, использовать я не могу. Короче, как-то так. Так, что то за место? Ага, и там я был. Ну, здесь понятно, что я ваншотчу. Дело в том, что больше нету здесь мне неизвестных мест. Так, там я тоже был. Нужно немного посмотреть, что куда ведет. Так, ну это херь там, где меня учили летать. Допустим. Это место... Я не помню. Ну, а, здесь шут был, точно. Здесь был шут.
Теперь я могу такие вот трюки. Нихера ты прыгун. Почти как я. Ага, тут, оказывается, было что-то. Талисманчик новый. Так, похищает здоровье у поврежденных врагов. Скорее всего, хило жрет. Так, здесь есть тоже проход. Мешок соли. Так, здесь я, кажется, еще не был. А, ну, извините, уже поздно, я сюда и так пришел. Если б я сейчас грохнулся. У меня есть телепорт, это во-первых. Во-вторых, я могу теперь заходить в те места, где я раньше не был. Свет. Вот свет мне лучше изучить. Свет это считай... Пипец у меня факелов на самом деле. На самом деле хорошо. Мы можем вот так поисследовать места, там где еще в принципе... Ну, с одной стороны как и был, и с какой-то стороны не был. Потому что мы тут не все изучили. Да, вещи мне падают из них нормально. Так, стоять. Опа. Да? Мэджик. А, стоять, здесь я тоже был. Все, отменяется. Все отменяется. Во-первых, я могу теперь фармить души на изи. Пещера Хагера. Вот здесь я еще не был. Вниз прохода тоже нету. Так, запоминаем. Первое место, где я еще не был. Пещера Хагера. Здесь мы убивали, здесь мы проходили. Так, ищем, короче, следующую сохранялку и там останавливаемся. Делаем таким образом, что сейчас смотрим локации и убиваем тех боссов, которых мы еще не добили. Да-да-да. Погрыз аж больно. Хилы для меня это сейчас на первом месте. Блин, отвратный на самом деле враг, который защищает их. Так, эта крепость я был. Ну так, да, значит. Здесь я был. Значит, сюда можно будет больше не возвращаться. Все, короче, давайте на этом тогда закончим. Поэтому... Хотя, ладно, прокачаюсь. О, пипец, ящик соли у нас есть. Ящики соли. Сумка соли. О. На самом деле, можно, знаете, мешки просто покупать и фармиться с помощью монеток, заработанных. В принципе, душ довольно много дают. Повысить уровень, да, повысить. Давайте я даже так и сделаю. Сейчас стоять. Я поставлю сюда все наши предметы. И посмотрим.
Мешок нам дает 800. Большой мешок дает 2 куска. Сундучок 3-ка. Ящик. Хера себе. Нифига себе он дает. На самом деле это много. Поэтому, чтобы не просрать зря, мы делаем таким образом. Идем на вот этих хиленьких. Я их убиваю. И как раз у нас хватает на следующее. Все. И у нас хватает на прокачку. Как раз я залезу на дерево. Я некоторые еще места полазю, поищу, потому что я могу. Как повысить уровень. Ну, это халявный уровень, но в принципе дорого будет выходить у нас. Так, древо навыков. Так, поехали. Раз. Два. У нас остается брык-брык. Сюда как раз флягу прокачаем. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.